Чтобы не было тревоги, не случилась вдруг беда, дисциплину на дороге соблюдайте вы всегда. Внимание! На дороге маленькие водители. Конечно, пока еще она не совсем настоящий. В новом городке на территории детского сада номер 29 «Солнечный зайчик» состоялось торжественное открытие нового автогородка для детей, благодаря которому они будут учиться правилам дорожного движения и основам безопасного вождения с малых лет. У нас в городском округе очень большое внимание уделяется безопасности дорожного движения детей. Мы сегодня говорим искренние слова благодарности нашим коллегам, сотрудникам госавтоинспекции. Самые главные пассажиры, самые главные люди, как в жизни, так и на дороге, это вы. Мы очень заботимся и очень переживаем каждый раз, когда видим, когда ребенок неправильно себя ведет на дороге. Дорога и дорожное движение – это объекты, которые таят в себе опасность. И поэтому мы, взрослые, должны оградить ребенка, должны научить его правилам безопасности на дорогах. Городок имитирует маленький микрорайон. Здесь установлены дорожные знаки, светофоры, разметка и лежачие полицейские. Кроме того, есть школа, пост ГИБДД и автобусная остановка. Теперь ребята могут почувствовать себя не только в роли пешеходов, но и водителями. Вместе с площадкой были закуплены 2 детских электромобиля, 2 мотоцикла и 4 велосипеда. А если юный участник дорожного движения мечтает стать полицейским, у него также есть возможность. У ребят появилась специальная форма и жезлы. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».